В тысячекоечной больнице открылся новый пищеблок. Ремонт здания 70-х годов постройки проводился более 5 месяцев. Сейчас здесь заменена вся коммунальная инфраструктура, проведена внутренняя отделка и установлено новое оборудование. Да, у нас произошла полностью реконструкция нашего отдельно стоящего здания пищеблока. Здесь 2 этажа. Внизу находится складское помещение и наверху, естественно, это цеха, горячий цех, где непосредственно готовится пища, продукция, которую мы выдаем. Такой ремонт пищеблоку примерно 45 лет. Такой ремонт, такая реконструкция проводилась, наверное, единственный раз. И такого набора оборудования, как у нас на сегодняшний день, нет ни в одном лечебно-профилактическом учреждении Приморского края. Это точно. Более 286 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов направили на реконструкцию 2-этажного здания и установку более 50 единиц профессионального кухонного оборудования. Сейчас повара проходят обучение работе на немецкой технике «Рациональ». Тестовая работа организована под контролем шеф-повара, поставщика оборудования. Ну, это в точности температур, если мы говорим о ценности данного аппарата, это точность температуры, точность времени и точные показания, те, которые он готовит. То бишь, то, что необходимо больнице, это готовить точно и готовить правильно. Комфортное и быстрое приготовление традиционных блюд позволит расширить меню для пациентов. Так, в ближайшее время в нем появятся блюда из морепродуктов, овощей на гриле и на пару. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.